там самому сушить яблоки, ну вот такое у меня все было. Мы купили хлебопечку, я впервые поняла, что такое там хлеб домашний, да, ну вот какие-то такие моменты, кстати, мне очень нравилось, и мужу очень нравилось, это, кстати, очень классный такой был шаг, именно в сторону думать уже не просто вот что я, ну, чтобы поесть, да, а именно, может быть, какая-то культура еды, да, как-то так вот это все стало у нас некрасиво, а вот, ну, продумано, что ли, да, то есть я уже думала, полезно, не полезно, стала вот эти тренинги палево-мывое масло, мы вообще как-то убрали все вот эти покупные, весь кондитерский отдел, да, он перестал как бы привлекательным таким быть. На это ушло, наверное, 2 года. И после этого я осознала, что действительно сознание меняется. Во-первых, я стала как-то более осознанно подходить вообще в принципе к своей жизни, более осознанно к тому, что я ем, что я читаю, что я смотрю. То есть оно распространилось везде. Вот в этом мне трансерфинг реальности очень-очень помог. Более осознанно, может быть, подходить к своей жизни, не гробить свой организм там, и так далее. Следом за ним был уже дизайн человека, и там была идея Бога. Там не было уже идеи питания, не питания, это как бы уже вроде как дело лишнее, но там была идея Бога. И вот тогда я поняла, что все, что я смотрела, там какие-то законы, кармы, не кармы, там психологию какую-то, я поняла, что они все, ну, они говорят про вегетарианство. И тогда я уже была к этому как-то склонна, к чистому питанию. Вот. И везде, где я натыкалась на чистое питание, так или иначе, я встречала идею вегетарианства. От красного мяса отказывались 100%, а от рыбы, от курицы, от белого мяса так частично, ну и так далее. Яйца тоже частично. То есть вот у меня началось такое вот мысли, да, идти в эту сторону. То есть потихоньку отказываться от красного мяса. Потому что, опять же, у меня был вот этот опыт, когда я просто даже отказалась от покупных изделий, да, от покупного всего там еды. Я уже ощутила себя как будто бы в новом теле. Но мне очень понравился этот эффект. И, наверное, вегетарианство, идея была где-то даже эгоистичная, в моем понимании. Да? Изначально это был какой-то, на самом деле, даже эгоизм, что мне хотелось вот именно вот этот вот испытать, вот это чувство, может быть, где-то даже чистоты, где-то даже чувство вот этого вот, ну, вот действительно чистоты. Потому что трансерфинг реальности, он был прям вот заточен на это, и я это как бы долго этим увлекалась. Вот. И уже только потом, спустя какое-то время, меня дошла до меня идея сострадания. Что-то тут в Турции был Курбан-Байрам и все вот эти барашки, которые стояли на убой. Если раньше я их не замечала, мне было как-то неважно это, то тут я прям это заметила, и я прям помню, я прям даже как-то расплакалась. То есть я понимаю, что вот эти барашки, они стоят, щиплят травку, и к ним на самом деле жестокое очень обращение. То есть просто обращение, как вот кормят на убой. И я понимаю, что в обычной жизни это нормально было.